Участниками стали молодые читатели, поэты и библиотечные специалисты Анапы и Краснодарской краевой юношеской библиотеки. Анапские читатели познакомились с творчеством краснодарской поэтессы Марины Тараненко. Исполнение произведений самим автором вызывает яркий интерес. Я становлюсь маленьким, как синечка, как бусик, как мазик у карандаша. Не шевеля и не дыша, сижу заметная бедва. Анапчане прочли произведения известных поэтов, а также стихи собственного сочинения. Подобные онлайн-встречи в Центральной библиотеке проходят уже не в первый раз и дают возможность поделиться литературным мнением с читателями из других городов Краснодарского края.